А он на меня орать сейчас будет. Я умру. Я в панике умру. Это еще хуже. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, с вами Вредный Енот. Мы начинаем новый сезон по игрушке Ark Survival Evolved. Мод Перья. Mystic Creatures. И, собственно, почему... Так, а почему не продолжаем предыдущий? Дело в том, что сервак Рирза, на котором я гоняю, сервак, он с низкими рейтами и достаточно тяжело на нем снимать серии, поэтому я его решил перекинуть на стримы. Стримы будем стараться делать выходные. Давно у меня такие планы есть, сейчас вроде немножко разгрузка идет, плюс у меня там отпуск скоро. Короче, вообще круто, это кто такой я? Ну пиво нахрен. Бля, я туда хочу, я там хочу жить. Вот, поэтому как-то будем делать так. Что ты нахрен такое? В общем, план какой? План следующий. Мы быстренько строим хатку. После того, как построим хатку, мы посмотрим, кого приручить. Возможно, это даже будет уже что-то модовское. Нафига нам простые? Там вон я вилки-то эти ходят, блин. С мечами такие крутые. Вот, возможно, с них и начнем. А, интересно, а вот эта вот хреновина, которую гигантозавр сдается, она... тоже мифическая или нет? Что-то он цвет какой-то у него нестандартный, по-моему. Все хорошо, без паники. Я сам боюсь. Короче, давай. Ты болеешь, я боюсь. Во. Мне кажется, нас нахрен сожрут. Надо сделать по-другому. Надо, короче, лошадь поймать. На ней убегать будет проще. Картошка есть, погнали. Сейчас. Морковку в задницу мы, конечно, не засунем. А вот картошку... Тихо-тихо-тихо, не бей. Спокойно. Ладно, не подружился я с этой кобылкой. Пойдем с другой. Фифа такая. Типа она тут одна. Ага, сейчас. Главное подойти сзади. А что подойти... В смысле, 10-й? 10-й левел надо. Я-то думал, так можно. Ладно, возвращаемся к плану с хатой. Как думаешь, эти бревна сильно злые? Сейчас проверим. Мы быстро им, быстро им бегаем, да. Быстро бегаем мы. Да, они вроде адекватные. Пахавай. Паха мяч. А что там, по-моему... Нет, нет, адекватно. Подожди, а если я с тебя топориком дерево добуду? Сильно обидишься? Бежим вот так. Ой, сильно, 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 сильно. Бежим. А дерево-то не добылось. Я тут не при делах, я тебя как этот хомяк на зуб попробовал. Я не знаю, где строить тут все, они ходят, они все злые какие-то. Во, вот тут и построить, значит, все нормально. Картошечка растет, все дела. Гигантозавров вроде нету. Раз туды, ты в туды, тебя что там за... Скоростное, кто это? Бакрица какая-то скоростная. На-на. Она вроде трусливая. А это вроде тупая. Что-то это место тоже не подходит. Кстати, а что где-то... Можешь около энтов спокойно взять и строиться. Они же мирные, добрые в душе. Оба. Дичь вижу. Кролика. Короче, енот дофига опытный хатовед, поэтому мы сейчас пойдем добывать с тобой кожу. Так, кролик. Прикинь, он агрессивный. Ты куда щеманул? Стой. Бляха-муха. А, ладно. Значит, пойдем за диплодогом. Вот это вроде как мирный, да, козел? Вроде как на него не нападает, значит, наверное, все хорошо. Это козел... Это козел Аллазавр. Нормально. Мирный козел Аллазавр. Вот именно таким высокотехнологичным прогрессивным способом древние еноты добивали себе жатву. Это человек еще не добрались до такого высокотехнологичного решения проблемы. А еноты уже могли. На-на! Дивайн Аллазавр, 145 левел. Оглушил и что-то сделал. Так, а я что-то пропустил. Это Аллазавр-козель, который... Вот это сейчас вообще плохо. Я знаю, эти твари агрессивные. Тихо. Трайк, ты меня, если что, прикрывай. Ну их нахрен. Где-то моя тушка. Где моя... А, какая нахрен, блин, тушка? Ее съели 10 раз уже. Я спокойно, не орите. Сейчас вон. Щукулы придут. Так, а что, меня все-таки Аллазавр-козель съел, да? Точно. Это был Аллазавр-козель. А что он такой, типа, мирный прикидывался? Слышь? Козёль! Ты чё такая скотина-то, а?
Козел не козлит. Давай, иди отсюда, моя тушка, слышь. У меня даже кроватки нету, я ничем рот. Меня взять-то нечего, подожди, не иди сюда. Не ходи сюда, ходи туда. Что-то мне не нравится положение дел. Там какие-то фламинго, бляха, горящие. Слышь, тут нет нечего жрать, ты все съел, иди отсюда. На-на. Человеки. Люди, натуральные. Здорово. Ты адекват? Девай паладин. Мы должны возить, чтобы покормить. Девай паладин. Слышь, мужик, жрать будешь? Они мирные хотя бы. И кентавр. На-на. Ха! Замечательно. Да тут охрана. Если я потом охрану сделаю, будем отбиваться от тех диванные паладины, а? Это как диванные войска, только раньше они паладинами назывались. Интересно, а кентавру сзади морковку можно вставить, как лошадь, чтобы он притомился? Иди сюда. Что нужно? Не, а, они ниже 18 левела. Что-то походу, да? Походу, ему морковку можно в задницу вставить, и он будет счастлив. Какой-то неправильный кентавр. Так, вот теперь-то у меня 10 левел. Есть, иди сюда. На морковку в задницу, поехали. На, жри еще. Хорош. Подожди, не беги туда, там гига, ты что творишь? Стой, нам потом как убегать-то? Вот, молодец, одумалась. Нет, не одумалась. Как все плохо. О, нормально. Да, конечно, нет. А, бляха. Кто хотел сказать, енотик няшка на поняшке. Нету енотика, нету поняшки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты ж меня не видишь? Нет, ты меня не видишь. Правильно, беги за поником, они глупые, блин. Давай-давай-давай, иди-иди-иди, молодец, гуляй. Пасись дальше. Ой. Вот сюда вообще не смотри, у меня там хата. Ну как хата? 9 фундаментов и кроватка. Ну хата же. Какая есть. Сволочь. Вообще не дает. Нормально. И как назло пасется опять около моей тушки. Я других поников видел. Вон они, вон, шарится, я вижу. Главное вот с этим вот разобраться, с этой большой ящерицей. Да, конечно, всю жизнь мечтал. Подожди, я быстро бегаю. Гаю. Мне кажется, этот засранец чувствует, куда я пойду. Только что там был, он шел туда. Я вот так кругаля дал, пришел сюда, он тут. Во, давай, дерись, давай, давай, давай. Давай, а я все думал, как вас засранцев поссорить. На, короче, пока они ссорятся, быстрее хватать и убегать. Какая там между собой разбирается. Схватил, взял, убежал. Все, побежали. Да нет! Да нет! Да тебе показалось, скотина, ты такая, нет! Вот, бляха-муха, сейчас этот баран по-любому наступит в костер, загорится, а потом они на меня всей стаей будут охотиться. Всей рощей, капец. Надо, походу, делать ход конем. Мы сейчас... А, не-не-не, убежал, убежал. Пока далеко ушел. Я уж думал, мы сейчас у Гиги на 3 морковку приручим Экуса и будем забирать свою тушку. Да, не, вроде заработала. Нормально, вообще хорош. Я что хотел посмотреть? Тут вот он. Собаку эту убил. Которая двухголовая, кажись. Орзрос. Тут что-нибудь есть? Опа. Мана. Так, мана нужна была где-то. Я видел. А, там нужно было сделать этим стрелы. Двухголовый, нормально. Такой до хрена башковитый. И такой ни хрена не умный. Вот она, кобыла. Кобыла, кобыла, иди сюда. Ой, там кролик. Нет, сначала кобылу, потом кролика. Иди сюда нахрен. На, жри. Садись, садись, садись. Да в смысле, подожди, я ж... Бляха-муха. Она меня хвостом по лицу хлестнула, я не успел среагировать. Ладно, тебя сейчас гига сожрет, я знаю. О. Это я туда не хочу. Подождите. Не надо мне вон туда вообще никак, даже близко. О, вроде лошадь успокоилась, блин. Так вот, я к чему? Там были лошадки, от слова «были». Скорик сюда, стопы. На! Да, бляха, да как так-то? Подожди. Ну, с третьего-то раза по-любому уже получится, блин. В самом деле-то, лошадь. Берега тавить на морковку. Поехали, на. Фу, нормально, хоть оседлали. Вообще наглые. Паровоз, как гигантозавр. Давай только аккуратнее, тут всякие дебилы бегают. Типа енотов. За лошадьми охотятся. Морковки в задницу вставляют. Вот она. 3-4 килограмма ценного мяса. Сейчас попробую вот так вот. Типа не спеша, типа с понтом. Тихо-тихо, у меня палит, у меня палит. И...
какой-то странный кролик, он на оборотня похож. Зерошины есть. Может, он гигантозавр облизал, не знаю. А кто? Да не, нажри! Фу, бляха. Ты ни хрена себе, знаешь ли. Постаралась. Поняшка, да я тебя столько не кормил. Капец. Это по-любому. Это те две стрельные морковки. А, смотри, такие стрелы дают больше топора и какой-то повышенный дамаг зомбикам и злым фусом каким-то. Ладно. Так, ты злой фус. Чё ты ко мне приперся? Иди отсюда, ты злой фус, все. Иди фу-фу-фу, фус, иди отсюда. Злой фус, все. Я тебя так собакой буду звать. Ох, какая мадама, разрешите с вами познакомиться, 145-я, это не старовато? На морковку. Да ну чё это, вот так вот? Я всегда, конечно, знал, что многие девчонки покупаются на морковку. Ну... Да, томит кентавра морковкой. Это, конечно, прикольно, это что-то новое. Ладно, что, давай как-то быстрее, а? Это альтернатива ресторана. Мы ее не в ресторан ведем ужинать, мы ее морковкой сразу на мистику. Блин, да она за фигурой следит, она, короче, жрать не хочет. А вот один раз поела и все. С морковкой бегу, может, тебе картошки дать, картошку будешь? Мяско? Фуагра? Короче, пока она там голодает, мы сейчас мужика покормим. Мужики, они всегда ржать хотят. Это я по собственному опыту знаю. Вот нормальный колл 50-й. А нет, только на морковку она ведется. Только на морковку. Хорошо. На морковку. 32%. Ну нормально. Блин, ну так-то долго. Слышь, ты давай не козли, а тут я вот сейчас тут вот козел как раз тебя сожрет, а я, пожалуй, отойду. Давай мужика жри. Он левелом меньше. Да сейчас съест по-любому. А в смысле, подожди? Так он, может, он не агрессивный, может, он просто... Может, он трупик хомячил. А там я такой хороший. Был. На зуб попался. Да, походу... Чего? Вы должны быть 85-го, чтобы приручить, да? Понимаю. Ладно. Да, короче, он добрый. Просто козел. Он просто себя повел как козел, и все. Я вот это хотел стрелу испытать. Левел какой, 20-й. С одной стрелы тебя вырубить, нет? И в каком месте эта стрела Стрэнджер? Типа сильнее. Я вообще капец. Опять нас обманули. Я вот этого буду кормить морковкой еще. Да я всех покормлю, у меня армия кентавра будет. Я их на обувь буду пускать. Вот этого на мясо, вон того на защиту. Та домохозяйкой будет у меня. Я приду, а дома блинчики уже. Нормально. План-то вообще на миллион. Хорош. Стоять, каблука. О, нормально. Вот у нас появилась такая мадама. Я сейчас даже как-то, во. Здорово! Так, ты катаешь, нет? А, ты катаешь, бесила, это хорошо. А что у тебя по характеристикам? 2800, веса не очень, ну, что-то она может. Ага, а если вот так сделаю? Нормально. Или ща даст, может, нормально. Вполне себе такая мадама и гномик. Не, ну так меня гораздо больше устраивает, так мне гораздо больше нравится, когда у меня 200 левельные кони-люди. Есть. На-на. Давай пошел отсюда. Пошел, не топчи газон. Поналетели. Так, ну нормально, короче, с мужиком мы с этим покатаемся, я думаю. Лошадь, давай за мной. И одна, и другая, блин. Лошадь, которая с человеческой мордой. Давай быстрее, оперативней. А в смысле, слышь? Хер с тобой. Поедем, значит, на тебе. Не хочешь по-хорошему, значит, будем на тебе кататься. Погнали. Значит, смотри, лошадь, задача какая? А вот этой частью ты обрабатываешь, окучиваешь картошку. Вот этой частью ты удобряешь морковку. Кролик. На-на! Вырубил! Да в смысле нет? Подожди, кролик, стой! Я пошутил! На! Я пошутил, хотел тебе три раза ударить. А то и больше. Блин! Нам нужно гонять точно за амникуляром. Ай, зараза, свалил. А с другой стороны, чё? Подожди. Ну-ка слезь нахрен. Кроля, стой!
Надо. Да подожди, падла. Бляха, муха. И в этот тут такие черти шустрые. А все, нету. Где он? Вот он, застрял. На! В смысле, подожди, я его не мог убить. Подожди. Это все вранье. Да нет, вообще-то мог. 56 хп всего. Я глушение. 73. Блин, а как его, короче, вырубать? Так, там какая-то записка там была. Что там записка? А это, короче, кролик. Доносчик. Там какое-то письмо было. Я так понимаю, от тех паладинов диванных. А, типа, там какой-то босс есть и так далее, который там дофига тактичный, не тактичный. Который убивает всех и вся. Ой, это хорошо, это обсидиан, это вообще вовремя. И, короче, нам нужно что-то типа подкрепление или какую-то такая хрень. Короче, кролик засланет, на самом деле, это оказался, а мы перехватили. Где-то сейчас на другой конце карты, наверное, в огонь и ужасе кричит какой-нибудь аванпост. Из-за чего, вернее, не из-за чего, а из-за того, что донесение не дошло вовремя. До того диванного паладина, который был внизу. Короче, только, походу, баранина падает. Кролик, баран! Опа, петух. Нет, с петухами не хочу драться, они... Мне кажется, они вредны. Они нападут, еще заклюют. Кудахтать начнут так ходить вокруг. Цып, как, нет, подожди. Кудахтах-так, блин. Как, типа, че, типа, застал? ПВП или застал? Так вот, не хочу с такими общаться. Они вообще плохие, вредные и фу-фу-фу. Сейчас еще одного заслаться поймаем. А с него барашку убьем. Давай вот так. О, нифига ты вообще умный. Слышь? Надо, бляха. Он капец кругали тут дает. На-на. Вот так в полете прям зубами за кост. А в смысле? А что такой живой, а? У того 70... Сколько там хп было? Почему мало у него было хп? Да подожди, блин. Башкой не надо биться об деревья. Так глупо это у меня. Да, точно. Барашка с него падала. Воробей натуральный. Вот, вот, вот это вот даже не воробей, это воробейщество. Его воробейщество. Реально, это воробей. Гигантского размера. Короче, я боюсь в эту сказку, блин, играть. Ох, нифига себе. Да тут, бляха, муха, плющийся Василиск. С какими-то костяшками дерется. Куда я а там богомолы. Не-не-не-не-не. Короче, я не в тот район вообще зашел. Надо отсюда, короче, валить. Пацаны, если что, прикройте, а. Что-то я боюсь эту сказочную тайгу, блин, сворачивать не нафиг. Да, конечно, ага, дрейки, давай, конечно. А чё один-то? Давай еще парочку. Так, чтоб наверняка. Блин, короче, куда я лезу, куда я полез, нахрен ему это надо? А ему это надо, чтобы кристаллы, кристаллы, кристаллы наши, все. Нам хана. Не, она безорукая. Короче, щимим, 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 щимим. Это полбеды. Нам возвращаться еще надо будет как-то с тобой. Ты кого жрать собралась, слышь? Там Ютиранус. Кобыла. Я тебе не рассказывал, что произошло с прошлой кобылой, которая до хрена радовалась. Вот-вот, давай-давай-давай-давай-давай. Ой. А, ну ладно, это не страшно. Надо. Я тоже так могу. Эй. Так, хорош. Это кто? Ой. Это химера или что-то такое. Да ну его нахрен. Ты меня не видела? Ох, бляха, мух, ты кто такой? Там какой-то чертило вылез. Я сейчас не про учителя черчения. Блин, я виверн так не боюсь, как я. Ой, вот эти черти теперь боюсь. А это феникс. Вообще нормально. А там чертило. Блин, чертилы, фениксы. Это где-то... О, не-не-не. Давай, короче, нет. Куда я залез? Не надо. Ой, прозрачно. Не-не-не-не-не-не. Сороконожки, мать вашу. Давай, короче, это. В другую сторону вы. Ни хрена он там запуливает кого-то. Фаерболы, блин. Блин. И бабы с лошадиными жопами. Нормально. Я видел бабу с лошадиной... мордой. Не буду назвать, кто, вы все ее прекрасно знаете. Ну, с лошадиной жопой еще ни разу. Мы отважные герои, чем маленького роста. Нормально, прорвемся.
Не-н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 е-
ключ должен был быть. Лошадь, давай беги. Совок гони, а вон сейчас у носовод, наверное. А, сейчас. Отвлекся у носовод. Слышь, ты чутку, наконец. Отвлекся, смотри-ка. Ха, нормально. Енот вообще мастерски взял, слинял. Это нам не надо. Так вот, я к чему? Да-да-да, я не обосрался, нет. Я тактически отступил. Лошадь мне подсказывает. Лошадь вообще скотина. Где мои кристаллы? Реально ни одного кристалла нету. Сколько уже пробежали? А там Ютиранус. Туда я не хочу. Сейчас бежим сюда и куда-нибудь налево. А что так темно? Попугай Рекс. Бабочка огненная. Фея, ты или это? Да мать же вашу за ногу. Где кристаллы, бляха-муха? Уже всю лаву у этого бежал. Уже тут должны быть просто. Уже вот, вот тут просто обязаны они уже быть. И всегда тут были. Вон он, кристалл, нормально. А что в таком месте, где вот... Сейчас каждый, блин, меня за жопу упустит. Вот, типа, скорпиона, например. И вот гад тут ползучий. Титанобоа. А вот артроплевра вообще. Ой. А там... Бляха, ну нашел я кристаллы, да, что мне с ними делать, как их добыть? Меня здесь пытаются все. На-на. Голубая вива. Какая-то хрень. А тут у них, бляха, третья мировая какая-то идет. Кобыла, ты ноги-то подгибай, когда падаешь. Типа самортизируются дела. Значит, надо добыть кристаллы и вниз, 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 все. По пляжу пойдем восстанавливать здоровье. Ну, все нервы. Да все, пойдем восстанавливать. На-на-на-на-на-на-на. Тихо-тихо-тихо, что-то там разбуянились нахрен. Я, короче, поверху поверху. Я не гордый, я кругом обойду нахрен. Сказочный рипер. Так вот, возвращаемся к нашему кристаллу. Артроплевер должна была уйти, но что-то она с неба свалилась. Это как-то странно. Вон, бежит, бежит уже. Давай, давай. Ладно, три раза дюкнем. Побежали, все, нахрен. Хорэ жрать, дура! Ты не дура, ты не кобыла, ты ослиха какая-то. Я тебе тут жопу пытаюсь спасти, ты меня подставляешь так. Кто так делает? У нее мозгов не хватает даже на инстинкты самосохранения. Я в шоке. На-на, андеды. Хорош. Уу, как плохо. А ты откуда, родной? Ты это давай заканчивай, тебе это не надо, оно тебе не надо. Ой, там риперы. Ютиранусы, риперы. Уу. Как все, очень-очень... Не очень вообще. А это кто там крутится? Кобыла? Я неудачник. Иди ко мне. Этот неудачник меня сейчас ест. А ладно, давай сюда. Он не заберется, он дурак. Стой, а я тоже не могу забраться. Ну я-то не дурак. Я-то второй раз попробую. А все ради чего было? А все ради того, чтобы кобылу спасти. Вот сейчас вот этих мне вообще не надо, равагеров. А это я вообще круто придумал, давай. На голову ей упадем, вообще будет круто. У-у-у, это кто? Ты Ютиранус. Нормально, стоим тут. А он на меня орать сейчас будет. Я умру. Я в панике умру. Это еще хуже. Все, орать начинаю. Слышь? Ютик, ты какой-то неправильный Ютик. Давай только без повреждений. Да, без повреждений она. Ютик нас сейчас догонит. Нормально, щимим, 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 щимим. В воду прыгаем. Он балбес. Ой, плохо как. А там... Где я вообще? Нихера себе приключенница. Давай, 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 давай. Щимим, 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 щимим. Поворачиваемся, смотрим. Щимим, щимим. Кристаллы. А где же сволочи раньше были? Почему вот я добывал кристаллы у артроплевры, а не вот у дудох? Это закон подлости. Я тебе серьезно говорю. Это когда уже все сделал, возвращайся обратно. А у тебя это за углом есть. О, нихера себе приключения. Я сейчас второй раз тебе горло сорву. Я тебе серьезно говорю, там столько эмоций было, столько паники. Ох, молодец, кобылка, доставила до дома. Прям памятник тебе поставлю, прям чучело из тебя сделаю. Вот реально, возьму, завалю и сделаю из тебя чучело. А, призвать хранителя, сентинел, охранник.
Ага, Sentinel делается в алхимической станции. Алхимическая станция японо-матча вот только не требует. Ребят, давайте мы на этом закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Если серия понравится, давайте большой палец вверх. Придумайте имена для кобылы 1, коня 2 и кобылы 3. Вот для всех их. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.